Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. И Серхио с канала Mozen Games. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем мучить принца Персии. Или он продолжает мучить. Ну да. То есть у нас это взаимно. А, ну да. А, нет. А я думал, он здесь запрыгнет. А, от стены может запрыгнуть. А, ну, скорее всего, да. Спасибо. Почему ж ты не с первого раза, ты понимаешь все? Блять, ну куда ты прыгаешь, а? Куда ты прыгаешь, объясни мне. Блять, камера, сука! Так, это Alt, это... Так, это так, это так, это C! Бля... Сука ты, ёбаный. Надо было для эффектности свалиться вниз. Мужички. Не, мужик. О, вот он теперь, видишь, как хуярит. Полностью прокачан. Вот это вот на арте было. Красиво. А огненный вихрь у меня, подожди, а у меня полностью огненный вихрь прокачан? Да. Вот, а для него почему-то под конец нет какого-то крутого эффекта отдельного. Ну это ж как бы не вихрь, огненный след. Ну да. Ну можно было типа сделать, чтобы просто за ним и тянется и дамажит. Ну, кстати, хорошо очень дамажит, довольно долго, да. В принципе, жаловаться грех, это я вижу, улучшал. Прикольно было бы, если бы можно было комбинировать вихрь с огнем или со льдом, то есть. А, кстати, или сосульками раскидывается. Или... Два. Можно, вон они поджигаются. Прикольно. Ну, правда, это толку нет, потому что они все равно уже на этом этапе от вихря отлетают с одного его удара, но, в принципе, можно. На больших, наверное, действует врагов. Так. Ну да, конечно, легкий уровень сразу, все слишком легко стало. Бля, обидно, что нельзя поменять уровень сложности. Так, эта кнопка что, это открывает тайник? Вы что, издеваетесь? Ну к нему через верх, судя по всему, нет? Или нет, подожди. Нет, а как? Или наоборот, с кнопкой это в тайник, потому что видишь, здесь значок на двери, и тут кнопка. Мы такой сюда-сюда, потом туда, нажимаем эту кнопку, и дверь открывается. Да-да-да, все. Звучит логично. Да. Так, мы такие крутимся, наверное. Принцушка, мы крутимся, блять, у нас времени бесконечное. Так. Бля, а теперь вперед надо заявить. Так, Alt. Оп, ага. Что за сопля свисает, блядь? Смотри, что. Бля, пропало. Ну, а вон, ну это паутинка, видимо, просто выглядит так прикольно. Так, так. Как сопля, да. Очень прикольно. Сопельки! Фу, блядь. Это сразу ко всему, и к шутке, и к ситуации. Потому что шутка смешная, ситуация страшная. Да-да-да-да-да-да. А вот, кстати, да, без шуток ситуация страшная, потому что нам сейчас надо вот эту вот... Хотя... Блять, камера. Угу. Так, сохранишка прошла. Я хочу все-таки попробовать одну вещь. Ну вдруг, ну мало ли. Я понимаю, что скорее всего нет, но... Так, звук графика, субтитры, язык, яркость, ппппппм, управление. Нэм. Ну и ладно.
Я думал, ну мало, но вдруг. Ну, вдруг все-таки где-то есть вот эта одна строчка там субтитров, так сказать. Вот здесь как раз была подсказка, что если хотите уменьшить на загрузочном экране, если хотите уменьшить сложность, вот, пожалуйста, через Escape, через Mio, только в этом прохождении повысить ее уже не получится. Что ж. То есть, если только NG+ нажимать. НГ плюс, что? Не, ну, может, она здесь есть НГ плюс, судя по количеству. Либо надо выбирать, что прокачивать, либо здесь может быть. Уже годы-то какие были, уже, возможно, и есть НГ плюс. Так. Бля, я думал, не зацепится. Так, альт. Ну, честно сказать, я не знаю, насколько нужно быть упоротым фанатом Принца, чтобы перепроходить ее даже на NG+ или что-то. Потому что пока по сюжету у тебя нет каких-то способностей, так тебе их и применять негде. А ну, что просто всех пролетать с полностью прокачанным здоровьем, уроном и прочим, ну, как-то типа, весело. Ну, окей. Вот. То ли дело вторая часть, да? Ну куда ты его крутишь-то, блядь, дебил? Куда мне надо успеть? Или не надо успеть, а мне надо... Так, я не понимаю, что дальше. Ну, цы. Нет. А что она? Вот статуя повернулась. Кнопка, она это. То есть я вообще не понимаю абсолютно никакого, у меня никакой это нет. Ты помнишь, что здесь сделать? Честно сказать, нет. Ну, может, еще как-то покрутить статуи, кнопку смотри, потыкать, видишь, я хую. Смотри, от чего дверь поднимается. Обрати внимание сейчас. Да, я понял, да-да-да. Не платформу тебе надо забыть. А, с шифтом, ёпта. Ну да. Ой, блядь, ну естественно. Цепись. И каждый раз, если ты не успел, надо вот заново все это. И почему это недолго, это просто. В смысле, не сложно, это просто долго. А можно не смотреть каждый раз заставку? Я в курсе, блядь. На самом деле, что он может с края там свеситься и типа зачем, только непонятно. Ну отцепись, блядь! А, камера, ёб твою мать! А. Не. Уже простит. Понять и простить. У нас теперь крутой меч. В кои-то веки нам дали новое оружие. Так, и... А, угу. Вот смотрите, вот здесь три штуки. Это три штуки, насколько все равно проще. Да куда ты ходишь, блядь, дебил? Не ходи туда, сюда ходи. Башка топор попадет, совсем мертвый будешь. Опа. Сука. Если хотите узнать, как выглядит паника, то вот. Фу. Да ладно, еще какая-то способность. Куда еще-то мне? Хватит, у меня кнопки заканчиваются. И пальцы.
Are you prepared? I do not think we should delay much longer. I'm ready. But my own sword barely caught that Rakashi's attention. How will this one stop him or the army? This sword was built for this purpose. To destroy what one djinn has created requires the magic of another. Например, твоей, блядь! Give me the sword. I will show you. Блядина ебаная. Какая же она мразь, пиздец, она бесит уже. Я ненавижу эту суку. Блять, я еще кинула так, блять, как этого, как сука. А, у нас смысл в мече. I told you I had a part in this. With my power, you will be able to attack Ratosh. What will happen to you when he is gone? I do not know. We will see when you defeat him. Now we must go. This is for nothing if you cannot destroy the army. Блин, я если ничего не путаю, я не настолько секу, как бы в старых частях принца. Но, по-моему, если ничего не путаю, во второй части принца, которая, ну, оригинальная, там, 1980-90 какого-то года, короче, которая Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame, по-моему, у него там был как раз то ли поющий меч, то ли меч, который разговаривал с ним, то есть это, видимо, такая тоже отсылочка. О, поющий меч, я помню, был, кто поставил кролика Роджера. Не, ну это да. Это был лучший меч. I do not think that will be difficult. Even now I can feel the strength of the army. Then we'd better hurry. Нет, просто потому что сам по себе это говорящий меч, это такой тоже уже троп, ну, грубо говоря, избитый, это уже много где было. Просто вот конкретно в принципе, по-моему, возможно, если вот, то есть здесь я не ручаюсь, блять, я уже увидел, когда прыгнул. То есть здесь, возможно, я хуйню несу, но... Ну, теперь зато он тебя ваншотит, по-моему, всех. Угу. А мне топоры эти ваншотят, блять. Я вот здесь... Один-один. Они здесь, по-моему, просто подряд же. Как я здесь могу... А, ну ладно. Вот сейчас он зацепился, кстати. В первый раз он за всю игру... кстати. В первый раз за всю игру, когда его сбили, он просто взял и зацепился за балку. Он до этого ни разу так не делал. Ну да, типа, знаешь, условно... Он даже щитовиков, он сначала щит сбивает одним ударом, а вторым уже... Бля, возможно, если я сразу докачал бы вот этот вот вихрь, то с этими двумя чуваками я его и заборол, потому что просто ставишь, и всех станет, и высасывает из них все равно. Good point. А этот, как его называемое? Так, кстати, у меня доступно очко. Блять! Почему так нахуй? Обема, почему так нахуй? Так, а что тут у нас есть? Улучшение мощности. Жизнь такова и больше никакова. Блять, а нахуй мне что-то теперь улучшает? Ледяной взрыв, но в пизду я не хочу его даже пробовать. Так а пускай там здоровье или энергия тебе побольше сыпется, да и все. Так это надо вот эти все сначала заполнить. Они. Ну, по крайней мере, здоровье, по-моему, доступно уже. Нет, просто я к тому, что потратить придется каменная броня, уровень 4. А можешь сразу уровень 4 поставить? Нельзя, кстати, он тебе не даст. То есть для того, чтобы прокачать вот эту хуйню, мне надо сейчас взять, вкачать, видимо, вот эти все. Ну, типа, сейчас просто ради интереса. А, нет, могу. Могу. Я говорю, здоровье-то ты можешь, до энергии... Ну да, энергию уж. Ну давай хотя бы вот это, да. В принципе, согласен. Лишних-то не будет. Если бы он еще ходить мог во время вот этого пиздеца, будет вообще огонь. Ходячий смерч, чтоб был. Да. Мне кажется, это на время удара говорит ща-чу-ща-ща-ща-ща. Типа... А, блядь! Чё? Чё такое? Мысли. Что такое, да, блядь, что ты закричал, так что случилось? Да, это Дискорд опять, я вообще сказал, ща, блядь. А. Ну, типа, все, это... Короче. Ча! Короче.
Все проебали. Спасибо Дискорду, все. Пишите в техподдержку. Я на самом деле столько шуток сказал, это просто Дискорд не записал, не транслировал. Уже повтор надо как-то их шутить уже. Второй раз уже. Ну, кстати, да, можешь же себе, по идее... Вот сейчас послушай. Она реально говорит, щу. Возможно, она стонет, что в кои-то веки не ее пронзают, а она кого-то. Какой-то приятный муж. А? Возможно, она в руках его приятного. Я хочу его в пропасть. Можно, пожалуйста? Давай. Блять. Ладно, пусть с тобой. Так, Альт. Блять. Чё ты делаешь, уёбок, блять? Я уверен, ты так и планировал. Конечно. Нахуя мне эти ячейки и прочее. Я так и планировал все проебать. Дай-ка тебя выкину. Ну пожалуйста. Ну и хуй с вами. Все, блядь, я не вожусь с вами дольше. Злые вы, уйду я от вас. Нафиг. Нафиг. Бля, ведь реально... Да сука ты! А этот, вот реально, если бы сейчас... Вот сейчас огненный след в данный момент становится бесполезным абсолютно. Это если можем перекачаться, я в броню, допустим, перекачался. Потому что мало сейчас финальный босс, я не знаю, что там с ним будет. Так, он туда прыгнет? Конечно, туда прыгнет. Так, теперь альт вот это. То есть я... Да, Так, теперь, значит... Вот так. С, альт и сюда. Замечательно. Оп, альт. А птичку. А у вас долетит до нее? Ну ладно. Я думал, не долетит. Вот, блядь, вот сейчас он с такой высоты упал. Все, заебись. Когда он падает с похожей высоты, но типа там... Топоры и пропасть, он падает туда и умирает. Ну, блядь, молодец. Так, а чё? Куда мне? Чё, туда? Как я говорю, оттуда, нет? Вот я не понимаю, я оттуда пришел или нет? Хрен знает. Джеронимо. Нет, явно не отсюда. А, вот вы убёвки, на это, нахуй. А, это не он. Жаль. Я уж прям сладкую месть предчувствую. Пиздец ему урона эта хуйня наносит, посмотри. Да, ну, просто размотало. Ну, кстати, он, правда, тяжелый легкий уровень, конечно, все равно. Но согласен, что, допустим, если в самом начале игры получить вот этот вот меч, ну и чё? Ну, условная новая игра плюс, или там, знаешь, как 10, как называется, ну, взломанная, когда взлом игры, и там тебе сразу убер меч, убер все это. Не-не-не, я никогда не слушал про такое. Даже не понимаю, откуда ты это знаешь. Мне друзья, мне ребята рассказывали. А, да-да-да, понимаю. Просто они читерили, я рядом стоял. Знаете, приз такой. Очень смешно. Да это, ну дай вкачать это, ну пожалуйста. Дай броню пойдем качать, хули нет. Броня это у нас что будет? Один? Да, броня это один. Зелененькая. Так. Я прослушал. О чем там принц говорил? Ну, неважно. По-любому наши шутки были куда лучше, чем то, что... Кому не похуй на сюжет этой игры просто. Плюс в чат, так сказать. Не, я обычно даже в самых каких-то этих играх мне... Не, не скажешь, что мне здесь похуй? Мне вот с 2008 года вот там не было вообще-то пизды абсолютно. То есть в какой-то момент стало настолько поебать на все это происходящее, что... А здесь, в принципе, норм. Если персонажи как-то поинтереснее...
О, как нихуя себе, сразу прям на эту. Минуя, так сказать. Так. Ой. А вот это ты не хочешь заспавнить, да? Ну, Нет, это нужно заспавнить потом, когда обратно. Не в той последовательности, извините. Извините, пожалуйста, был неправ. Сначала надо прыгнуть, забежать, прыжок, альт. Вот, бежом. Так. Ну ты можешь, блять, это... Прыжок! Спасибо! Ща, птички, ща я иду. Опа! Опа! Напоминание, кстати, бухту погибших кораблей, только если бы ее делали адекватные люди. Не, ну, смотри, реально, как прям красиво получается. И это я все сам делаю, это не как тоже, опять же, в том принципе, надо одну кнопку нажал, и половину игры он сам прошел. Нажал вторую кнопку, и он прошел вторую половину. Управление тебе дается только в бассейнах с малахией. И при битвах с боссами, конечно. Когда тебе 100-500 раз надо одного и того же босса завалить. Так. Нарани. Опа! Ну да. Что это? А сразу туда никак, да? Вот реально, смотри, надо раскачаться на балке от стены и по колоннам, а сразу вот раскачаться в ту сторону, он типа не допрыгнет, да? Вот мне просто интересно. Я, скорее всего, я уверен, допрыгнет. Что он не допрыгнет, но, блядь, это просто настолько тупо, что... Ты видали, да? Он зацепляется, и потом отцепляется. Пиздец. Вот это я понимаю, это, блядь, навязано. Поставили бы хоть повыше эту хуйню, что ли, тогда, чтобы было видно, что он там не зацепляется. Не, он зацепляется. Ну, окей. Ты что сделал? Ну да. Вот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Подожди, что это будет? Это значит вот так, альт и вот так, вот. Опять последовательность попутал. Ага. Во. Ну, кстати, справедливости ради, я говорю, что типа он по этим. Это, кстати, стервятник, если что. Что по стервятникам он прыгает как этот. Вот для кого альт кнопка, мне интересно. Как Кратос по гарпиям, но по большому счету это как раз-таки God of War в первую очередь спер это с принца, когда. Ну, короче, это в принце было впервые. А в каком принце? Он прыгал по. Стервятником. Птицы там в какой части были? Во второй? В первой. Там было где-то, что он... Они и в первой, и во второй были, но он, там нельзя второй было прыгать между по ним. Ними он... На них прыгает, когда и удар... Не знаю, возможно, может, я что-то уже путаю. Так, мне интересно, подожди, а как мне туда залезть? Вот за этой стенкой улучшалка. Может, просто наверх забежать? Нет. Слишком просто. Блять, назад камера не крутится. Просто все, что я до этого находил, мы все взяли. Так, ну по идее гарпия, видимо, не очень нужна. Давай, по-моему, так вот раз. Угу. А, ну да, логично. Блять, я все-таки думаю, блядь, как же туда залезть? Просто я привык, что здесь загадка, то она как-то на его хоть порешать надо, а тут что-то прям... Ну-ка. Чё-то как-то вообще ничего не отсыпает, как будто. О, потом он и успел. Так. Чё там у нас, кстати? 24 минуты. Пока нормально. We'll make sure you return home. А, мысли. Прикольно, мысли с ней разговаривать. Они просто поленились сделать анимацию открывания рта. Блять, чуть за танцы на дне. Диско! Фу. Ай! Тихо. Да что ж ты? Блять, я сам как это танцор диско, блядь. Ой, пизду. Танцор диско прищемил себе пиписку.
Ой, блять, я сегодня хорош. Я знаю, я хорош, да. Не благодарите. Опа. Нихуясь, что я творю. Нихуясь. Так, кстати, да, первая. Или вторая часть. Или третья. Третья. Мы вернулись в третью часть опять. Так, трудим. Опа, это что такое? Вы что, пацаны, зачем я вас застал? Я их застукал явно за какой-то нездоровый хуйней, по-моему. Готовились к штурвалу, быть может. Так вот, как выглядит голландский штурвал, я никогда не видел. Наконец-то. Так, секундочку, пацаны. Погодите. Это я запишу. 25. Не знаю, когда я все это буду нарезать. Я еще не делал из предыдущих, но не важно. Это не важно, как говорится. Так, ну, пацанов он будет подспавнивать новых все время. Дай. А, она перманентно открывается. Хорошо. Так, и чё? Давай теперь с прыжком на С туда надо как-то. Нет, что-то открыла уже, она же такая нажимная. А, или нет. Давай, крутись. О, как кучно. А кстати, херня какая-то получается. Я думал, что он будет призывать-то туда призывать, а он их себе сюда на платформу призвал и стоит тут с ними тусуется. Ребят, что за оргии у вас здесь планировались? А мы выяснили же уже, что за оргии, да. Что-то. Ну мало ли, может голландский штурвал это на троих, а это голландский штурвал с этим, как их называют. Блин, с тарантулом есть. Я слышал в одном фильме. В таком духе. Это в клинике. Ссылка в описании, так сказать. Это, по-моему, в клинике шутка была. Говорит, так же меня попросили назвать любимые позы для секса, а я знаю только, говорит, две. Ну, я стала просто называть рандомные слова и добавлять туда насекомых. Если голландский штурвал с тарантулом, что-то такое. Хотя я хочу упомянуть в очередной раз, что пауки не насекомые. Чувак подспавнился. Блять, ну да, он один бедолага. Если ты спрыгнешь еще раз, он еще раз заспавнится. Вот его судьба какая. И вот здесь, по-моему, у меня в этом как раз месте, по-моему, пришлось качать тренер, чтобы он для телепорта что-то в этом роде. Вот как раз с этой дверью была проблема. Ну, все посмотрим. А, или в смысле уже? Нет, в смысле ты уже прошел. Ну видишь, у тебя что-то бывало, что из-за дверьми ничего не прогружалось. И да, но это, видимо, нет. Проблема не очень качественного, так сказать, лицензионного обслуживания этой игры. Скажем так, если вы понимаете, о чем. А, то есть у тебя не стимовская версия, в общем. У тебя юплеевская, специальная юплеевская версия. Да. Особая стимовская. Шаровар, как говорится, шаровар, который, помнишь, какие версии раньше были, разных программы игр? Бесплатная демонстрационная. 100% знакомая, но я понятия не имею о чем ты. Вот. Ну то условно там. Словосочетание знакомое, но. Ну это раньше, да. Там, знаешь, на дисках каким-нибудь журналом была шаровар, ну, shareware, то есть свободно поделиться. Английский. А вот, мы ее называли шароварная версия, потому что шаровар. Там, блядь, на дисках, на сайтах иногда, естественно, можно было скачать демо-версию. То есть, условно, там не было каких-нибудь функций, или она временно работала только. Да, блядь. Так, оп, люстры. Давно мы по люстрам-то не скакали. Есть. Там горшки, дай мне горшки забрать. Ну ты мудак, блядь. Ну там же горшки, ну ёб твою мать. Что ты за... Иди сюда.
Как тебе такое, а? Что это за звук был? Ты тут? Да, я здесь. Просто звук был. Блядь, какие странные звуки, из-за того, что звук звук в пол. Я тоже его слышал. Кто-то кому-то что-то написал, видимо. Возможно. Я даже не собираюсь, блядь, пошли вы нахуй. Я этого говна наелся. Да, может надо было, чтобы он доломал? Да вроде нет. Возможно, наоборот, можно было, чтобы он доломал. Ну, типа, есть возможность, что он доломает, но тогда будет какой-то проигрыш. Нельзя, чтобы он доломал. А, скорее всего, я просто какую-то хуйню несу. Блять, я даже не... броню-то ни разу не нажал. Как такой спрыгнуть? Подожди, один... А, четыре, что ли? Нет, подожди. А как она считается? Потому что два вот... А, то есть один... То есть пустая красненькая, три... Блять. О. Охуеть, броня защищает, да? Знаешь, сколько он себе? Ну, левая рука в безопасности. Самое важное, да, блядь? Да. Не знаю, мне правая удобно. В конце концов, ну, вроде мечом тоже правый. Ну, про меч, если что. Вот правша же, правую руку делится. А вы о чем подумали? Ай-яй-яй-яй-яй, фу! Да, немножко тупану надо. Ну, развернись. Ой, блядь, тебя теперь раз... Ой, заставить развернуться теперь по этой камере невозможно, блядь. Эх, хопа. Хопа. Блядь! И у меня, как назло, нету, блядь, песка. Ну что, весь его потратил на этих... Теперь вот у меня два песка есть. Три песка. Так. Ага. Не, подожди. А, она, кажется, понял, да. Блять, камера туда даже не поворачивалась, почему упорно. Я ни за что не хотела туда поворачиваться. Как я должен... Я уже чисто просто по логике вещей, зная, блять, что это принц Перси, я понял, что надо назад, сзади двери. Блять, я это... Ну, видимо, игра на это и рассчитывает, что ты уже... Ну ты же, ёпта, ты что, не первую часть, что ли, проходишь, да, только... Прошел бы предыдущий, понял бы, как играть в эту. Ну, блядь, ну что это за... Значит, это просто... Ну, это же очевидные вещи какие-то... Вообще. Это база. Да. Куда ты суешься? Это четвертая часть. Это четвертая. Или даже пятая, если считать 2008 год. Ой, пацаны, ну нас нахуй, серьезно. А смотри, они реально больше этих придурков не спали. Пиздец, три удара, здоровый, отъехал. Да. Ну я вот до этого покосил уже этим еще. Ураганом. Ну, ураганом, кстати, его слабо покосил. Не так, чтобы. Да. Нет, с одной стороны, прикольно, что дают такой меч, с другой стороны, челлендж пропадает вообще даже минимальный какой-то. А если ты еще до этого и прокачивался, что-то там, всякие способности себе. Она реально делает жук после этого, да. The palace looks so different from when I was last here. I do not even recognize these rooms. I'm glad you're enjoying the view. It's taking my mind off being used to slice up monstrosities. Well, that's good. Я слышу наверху уже какой-то пидорас. А, это птица. А, так. К
такая эпичная музыка, прям как будто я не знаю, что тут происходит. Какой бред. Она старалась. Это временно же, да? Я же надеюсь, это временно, значит, не может быть, что просто... Бля! Ну извините, но я видел, но это же... Бля, здесь высота, он то и дело с такой высоты падает безо всяких проблем. Что вы? То есть здесь даже буквально, грубо говоря, одно и то же надо делать. Так, теперь развернуться. Как тебя заставить развернуться? Ага, спасибо. Ой, блядь. Угу. Понял, все. Отстал. Так, давай. You'll have to get to higher ground if you want to find Ratash. Otherwise, you'll just keep fighting the army to no purpose. No purpose. That tower, is it tall enough? Let's hope so. Бля, мы добьем сегодня или нет, мне просто интересно. Может, в принципе, писать и писать, пока допишется. Потому что здесь, я так понимаю, ну совсем уже финальная битва сейчас вот будет. Ну, практически, да. А там, если будет ну совсем длинная, можно будет поделить на две серии. Что за звук такой? Ху! Собака завала. Так. Блять, принц, наверх. Угу. Так. Я думал, сначала что за жуки по стене ползут, блядь. Ну все уже. Ну почти. Не. Тихо. Ладно, блядь, все, не так. Все, фу, успокоился. Все, тихо. А то я что-то это. Слишком тороплюсь. Ну, понятно, ему похуй. Теперь собака заскулила опять. Ужас какой. И у тебя там. Нет, у меня собака спит. Да-да, не знаю. Тогда это у него принц уже. Это последнее воздыхание. I do not know what will happen when we get outside, but I think we are expected. Malik. You will make this easier on yourself if you think of me as Ratash. It is all that is left now. I'll try to remember that. И чё? И зачем мне сюда фонтанчики, блин, из первых частей? А зачем я сюда пришел? Ну, в смысле, я знаю зачем, только... Типа, что дальше-то? По идее, ну, что-то... Искать где-то, забежать по стене, ну, или что-то забраться. Что-то вот здесь надо, да, ну просто... Да цепись ты, блядь. Просто я не вижу, здесь больше негде запрыгнуть наверх. Блин, какая тупизна абсолютно, просто народ. А, ну понятно. А, она перманентная, все. Я пытался успеть, типа. Сейчас, подожди, надо сообразить. Да. Во. Ну, немножко криво-косо, но главное, что получилось. Так. А, блядь, я думал, что это колонна. Так, подожди, а как? Ой, блядь, серьезно? Побежать по второй, отпрыгнуть на первую и прыгнуть с первой уже на фонтанчик из стены. Да, блядь.
Блядь, да ёб твою мать, какой же тут пиздец. Это все мизинцем, вот shift мизинцем нажимать, ну вы ёбнутые что ли, блядь. И почему ты не отпрыгнул? Блядь, он не отпрыгнул сейчас. Для кого я это нажимаю, блядь? Для самого себя, наверное, мне же делать-то нехуй. You will make this easier on yourself if you think of him as Ratash. It is all that is left now. Try to remember that. Блять, ну что? Что тебе надо-то? Почему ты не забегаешь наверх? Блять, да это невозможно, блять. Это невозможно, сука. С пробел, блять. Мизинцем, блять, мизинцем нажимать приходится. Это ж ну бред полный. Ну все, блять. Блять, какая же тупизна. Если тебя утешит, то это все, конец уже. Да, это понятно, что это конец. А, ну давай надо синих побольше. Блять, ты можешь запрыгнуть? Смотри, что он, смотри. Блять, пиздец убожество. Да, он хорош. Так, нужно еще две. Да нахуй ты мне красные эта сфера даешь? А, я забыл, да, я играю уже, ну, эту игру. Просто в ту, которая вот она сейчас выходит, ну, в принципе, что, я какой-то секрет делаю, хотя сегодня уже вообще-то, пока мы это пишем, уже первая серия вышла. А Red Ocean игра называется. Вот. О. Так там вот это, как в Резиденте, схема выпадения лута. Типа, что у тебя начинает прям жестко заканчиваться, тебе игра это подкидывает. То есть, типа, у тебя совсем пиздец, плохо, ты остался без аптечек и всякое такое. У тебя раз аптечка, без здоровья, в смысле, раз аптечка выпала. А вот теперь бы сохраниться, конечно, было бы заебись, ну ладно. Так, шип, поехали. Так, 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 так. Ага, крутим, вертим, шип, пробел. И, вот, да. И что? И почему ты, сука, блядь, не... Это, не зацепился? Он взял и мимо нее пролетел. Так, у тебя ж хватит? Фух, прям, ну, прям впритык, блядь, хватит. Сейчас пусть она заполнится полностью, наверное. Может попробовать не бежать по стене, а просто отпрыгнуть. В смысле, по, не бежать по воде. Ну, в смысле, вот первую пролетаешь, и сразу вторая твердая, и сразу... Я не, ну, не бежать вверх, а просто прыжками. Вот это первый прыжок, когда там... И чё, да, блядь? Ёбаный в рот. На кнопку вперед нажат, какого хуя ты остановил? Он просто летит такой посередине дороги, ост... блядь, сука. О, ёб твою мать. Спасибо, что диалог этот поставили именно сюда, и каждый раз его слушать приходится. Ты бы лучше там цеплялся, блядь, клоун. Вот он здесь, нихуя смотри, я зацепился, молодец, блядь. Что ты делаешь? Так. Он пролетает сквозь нее, и все, ему насрать. Он просто сквозь нее, блядь, пролетает. Блядь,
Да ёб твою мать, ты сначала пролети, потом, блядь, замораживай. Охуеть. Блять, какой же бред, а? Ну и чего? Почему ты не цепляешься за нее, ёб твою мать? Я не понимаю, я уже сказал. Она тоже с перерывами льется. Нет. Да не, вроде. Типа я с краю, я пролетаю в том моменте, где не цепляется, надо вот отсюда вот что ли прыгать или что? Почему ты посередине дороги останавливаешься и прекращаешь лететь? Он реально вместо того, чтобы долететь до конца, он останавливается посередине пути и такой и падает просто вниз. Я не отпускаю кнопки никакие, ничего, блядь. Блять, и что вот, и что? Что изменилось? Почему ты сейчас зацепился? Так, постоянно льется? Чего? А, да, пардон. Пардон. Фу, блять, сохранение здесь, слава богу. А, это стенка. Бля, я не знаю, она выглядит как труба почему-то с этого ракурса, просто потолще чуть-чуть, ну как типа большая колонна, я не знаю. Так, все, сверки закончились. Угу. Там надо было пробежаться по стене, я видел. Вот еще ладно. Да, хорошо, хоть сохранение в середине примерно есть. Да, если бы они просто бы тогда... Что тут? А, туда, в ту сторону, все, извини. Все правильно. Что, бля? А, я не могу теперь оттуда вылезти, охуенно, сейчас заморозил воду. Блядь, вот это просто жмучка, серьезно. Да, ёб твою мать, господи. Нет, по-моему, тебе с воды-то прямо нужно было на балкон прыгать. Ну, он сам развернулся, я думаю, блядь, может, наверх надо залезть. Ну, на балкон, значит, на балкон. А, блядь. Зачем я shift отпустил, кто знает? Да хорош, блядь! Что ты делаешь, блядь? Куда ты отматываешь? Ну, ёб твою мать, ну, блядь. Я просто один раз нажимаю кнопку, и он отматывает куда-то в ёбаный пиздец, блядь, все это. Мне надо, блядь, на 3 секунды назад было, а там можно прокачать, чтобы еще дальше отматывалось. Вот заебись, да? Реально, возьми до конца игры, сразу мне отмотай тогда. Чего нет-то? Ну, в смысле, до начала. Блядь. Но круто. Блять, что ты? Почему ты развернул? Блять, сука, как же ты меня бесишь, уебок. А, и тут сохран. Блять, ну хоть за сохранение спасибо. Вот реально, вот чё-чё, но... По сейвам в целом есть моменты, но в целом здесь вроде бы более-менее. Сейчас он просто решил не прыгать на стенку. Блять, ты дурак? А в какой момент мне это надо сделать? Ой, блять.
И почему ты не прыгнул, блядь? Ой, сука ты ёбаная. Блять, тому, кто поставил здесь эту балку, ему просто, блять, пожизненное нахуй спасибо. Это просто, блять, я не знаю, это кто-то, видимо, уже понял, что здесь какой-то пиздец творится, и надо что-то с этим делать срочно. Я уверен, его уволили после этого. Скажи, что ебанутый, что ли, нахуй? Ты чё, блять? Пошёл в пизду отсюда. Облегчить он решил кому-то что-то. Бля, ну это... С одной стороны, было логично, что рано или... Так, нихуя сейчас не понял. Ты там развернулся. А, надо было на стену, все, надо было дальше по стене. Это. Ну? Так. Здесь. Фу. Раз, два сохранятся. Ебать. За что мне это все нахуй? У меня это как-то на... уже. Она еще и на время, да? Угу. Там пока вода будет заморожена, это. Не, я уж лучше подожду. Че у тебя как-то это все? Я говорю, стерлось как-то, я думаю, ты у меня из памяти все эти приколы с водой тут. Угу. С последним. С последней дорогой. Что я так смотрю, я бы охуел от жизни тут. На время-то эта дверь там закроется через. Я думал, вода будет течь, а это дверь получается. Блять. Это мизинцем все надо нажимать, да. Это надо shift нажимать, блять, мизинцем. Да, блядь. Ты, кажется, будешь мне это показывать, да? Да, блядь, ёбаный ты уёбок, блядь! Ну и чё? Ты можешь отпрыгнуть, а потом уже... Да... Я ничего не понимаю. Блять, это так удобно, блять, левый shift мизинчиком, блять, нажимать. Это пиздец, как удобно. Вы не... Что ты делаешь? Нахуй ты это сделал, блять. И почему-то вот эта заставка не пропускается. Нахуй! Охуеть! Здесь еще понимаю. Блять! Сейчас тебе объясню, что это было. Если что, еще Q перемотка временно. А я когда нажимал, блять, в сторону, я случайно нажал Q. То есть, ну, здесь надо нажать А, чтобы прыгнуть в ту сторону к двери. И случайно нажал Q, и он посередине дороги, естественно, врубил перемотку времени. Я столько хотел сказать, ну вот, хорошо, наконец-то. И тут хуяк, время пошло вспять. Что? Не, блядь, надо было брать дробовики.
Блять, нахуя они сделали эту озвучку меча при драке? Вот, настолько убого, убого выглядит. Да! Ты просто проскипываешь всех нахуй. Блять, почти 4 часа уже. Видимо, придется все-таки прорываться. Ай-яй-яй. Что, может, финальная битва какая-то? Угу. Ну ладно, пожалуйста, сохранение было или нет? А что-то у меня, наверное, было здесь где-то. Скорее всего, после сцены. Давайте сделаем прямо вот так вот, чтобы узнать. Вот. Ну да. Ладно, давайте-то на этом закончим. Если что, она потом получится слишком короткой, я ее смонтирую с этой вместе. Мы завтра тогда подпишем все это дело. Да. А вот, потому что раз уже надо идти дела делать, то ну, надо идти дела делать. Ладно, давайте на этом говорю. Все тогда. В общем, как обычно, все в описании. Пошли, пиздец. Просто, блядь, у меня прям. И все равно это лучше, чем 2008 года. Вот реально. Она все равно лучше, чем игра 2008 года. Все. Проходите, подписывайтесь, помогайте материально, дайте денег и всякое такое. Все. Всем всего доброго, хорошо, игры. Всем пока. Всем пока.